Доброго времени суток! Меня зовут Кулаковская Александра, и я студентка первого курса экономической безопасности в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете в городе Выборг. Мое любимое увлечение – это танцы, ведь именно в них можно передать свои чувства и эмоции, не используя при этом ни единого слова. Товарищи, это капец. В некотором царстве, неизведанном государстве, жила-была девчонка. Была она юбчонка. Но, увы, настал этот день. Я не готовилась к такому. А что позволено победительнице конкурса «Мисс»? Чего не будет позволено остальным участницам? Мне кажется, будет позволено бесплатно брать чипсики.